Вже за тиждень ПЛР-лабораторія, яку відкрили на базі 4-ї лікарні, запрацює у повному обсязі. Пусконалагоджувальні роботи завершено, лаборанти навчені, і за тиждень вони працюватимуть цілодобово. Це дозволить за добу досліджувати 600 проб. Здесь был аппарат, который делал небольшое количество анализов, и это соответствовало потребностям того дня. Мы видим, что сейчас количество заболевших коронавирусом значительно выросло, и поэтому возникла необходимость увеличить мощность лаборатории. И мы это сделали. С каждым разом мы увеличиваем количество проб в сутках, которые мы исследуем. На сегодняшний день мы делаем 3 постановки. Это по 96 проб, что составляет практически 300 проб в сутках. Только эта лаборатория исследует на сегодня. Работают 3 бригады. На сегодня также люди обучаются для того, чтобы в ближайшее время лаборатория заработала в круглосуточном режиме. Это даст нам возможность сделать в 2 раза больше проб, чем мы делаем сегодня.